Сейчас, а не через неделю. Украинский омбудсмен Людмила Денисова настаивает на встрече с Олегом Сенцовым в кратчайшие сроки. На официальном сайте уполномоченного по правам человека сказано, что точная дата визита в Салехард, где содержит режиссера, до сих пор неизвестна. Напомню, омбудсмен прибыла в Москву сегодня ночью. Российская сторона предлагает навестить Сенцова только после 22 июня.